Вениамин Кондратьев рассказал министру экономики России Максиму Орешкину, что новый маршрут включает в себя 10 городов Кубани, Крыма и Ростовской области. Часть пути отдыхающие смогут проделать по морю на круизном лайнере. Подобные проекты легли в основу стратегии развития санаторно-курортного комплекса Краснодарского края до 2030 года. О туризме как драйвере роста экономики говорили уже на планерном заседании, которое провели президенты России и Казахстана. Участие в обсуждении принял губернатор Кубани. В свою очередь Владимир Путин отметил, что сотрудничество регионов в области туризма является стратегически важным. Считаю это направление двустороннего сотрудничества также весьма важным и многообещающим. Туристическая индустрия обладает внушительным экономическим потенциалом, вносит значительный доход в бюджеты, как федеральные, так и местные, создает рабочие места, стимулирует малое и среднее предпринимательство. В России многое делается для продвижения внутреннего и въездного туризма. Хотел бы отметить, что в мае была утверждена соответствующая концепция до 2025 года. Ее реализация призвана сделать туристический сектор эффективным и высокодоходным, а также придать дополнительный импульс к социально-экономическому развитию регионов. Кубань, в свою очередь, является главным курортом России. Только в этом году здесь отдохнули почти 16 миллионов человек. Активное развитие в регионе получают агротуризм и санаторный отдых. С начала года запущены 26 новых туристических маршрутов.